Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня у меня рецепт простого пирога на кефире. Он не требует много затрат по времени, а смешав все ингредиенты, пирог можно выпекать. И он получается нежным, воздушным, меру влажным и очень ароматным. Смешиваем яйцо с сахаром. Для приготовления пирога вам не потребуется миксер. Достаточно смешать яйцо с сахаром венчиком или ложкой. Затем добавляем масло комнатной температуры. Вливаем кефир. Добавляем щепотку соли, ванильный сахар и мед. Мед можно добавлять по желанию. И растительное масло. Соединяем муку с разрыхлителем, затем просеиваем через сито, добавляя в жидкую смесь. Вымешиваем тесто, чтобы не было комочков из муки. Такой густоты теста получается. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой, смазываем сливочным маслом и выливаем тесто. Затем добавляем кусочки шоколада. Пирог отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошло 30 минут, достаем пирог из духовки и проверяем готовность деревянной шпажкой. Шпажка сухая, значит пирог готов. Извлекаем пирог из формы. Остывший пирог по желанию поливаем растопленным шоколадом, медом или посыпаем какао. Время для приготовления пирога занимает 35-40 минут. Пирог получается очень-очень вкусный. Готовьте по моим рецептам, и у вас все получится. Всем, кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!